О риске прорыва Багенского водохранилища в Туркестанской области заявляют эксперты. При этом в случае сброса воды может возникнуть дефицит влаги в засушливый летний сезон. А это грозит снижением урожайности. Наш корреспондент Анастасия Новикова побывала на объекте и готова рассказать, обоснованы ли тревоги экспертов. Известный аграрный эксперт заявил о риске прорыва Багенского водохранилища в Туркестанской области. По словам Кирилла Павлова, произойти это может на дамбе Каражантак, где воду сдерживает суглинистый берег. Эксперт говорит, такая почва легко пропитывается влагой и становится подвижной. В случае полного заполнения водохранилища во время сильного ветра берег может размыть. Ей не обязательно делать даже сверху, она это запросто может, она делает снизу, она эту землю кушает по ходу своей дороги. И, конечно, там есть угроза подтопления поселка определенного, ну и в целом это очень неприятный и ненужный момент никому. Это потери для сельского хозяйства и потрясение такое для региона, оно никому не нужно. Сотрудники участка Багенского водохранилища уверяют, риска прорыва нет. Обстановка на водохранилище стабильная. 2 года назад были проведены многофакторные исследования, они не выявили каких-либо нарушений. Багенское водохранилище было построено в 1967 году. Последний раз, по данным местного акимата, его ремонтировали в 2022 году. Эти глинистые берега укрепили вот такими бутовыми камнями. По словам Павлова, такое укрепление берегов смягчит удар волны, но не спасет от движения почв. При этом уверен специалист, чтобы берег не размыло, из водохранилища произвели сброс воды. А это может спровоцировать дальнейшую нехватку поливной воды, что приведет к низкой урожайности. А между тем, юг страны обеспечивает овощами и фруктами всю республику. По словам специалистов участка Багенского водохранилища, сброс действительно произвели. Но там уверены, это не отразится на графике заполняемости. Мы идем по графику наполнения ровно, значит, сейчас сбрасываем мы воду для экологии. Нынешнее название «Семь озер», раннее название «Шашкоголь». Для экологии эта вода. И на осенний полив мы отпускаем тоже с Бугунского водохранилища на Туркестанскую магистральную канал. Заполняемость Багенского водохранилища составляет 370 миллионов кубометров воды. Заполнить его полностью планируют до конца марта. Водой отсюда орошают 67 тысяч гектаров земель Туркестанской области. Эксперты говорят, водохранилище нуждается в капитальном ремонте. Берега следует укрепить бетоном. В Минводы заявили, что ждут заключения госэкспертизы. Его должны подготовить летом. Анастасия Новикова, Даван Абдиев, Абзал Турабеков, Информбюро, Туркестанская область.